Вот такое упражнение называется «Как развить силу пальцев и железный хват». Должно быть вот такое движение с силой. Сперва мы указательный палец, потом средний палец. Прям вот силой вырываем. Потом безымянный палец. Вот так вот, прям силой. И мизинец. Повторяем это несколько раз. Вот, чтобы как бы маленько потом была уставаемость пальцев. Вот такая вот. Желательно делать такое упражнение в день. Можно 5-6 раз. Особенно я вот таким упражнением занимаюсь после травмы руки в области запястья со смещением, чтобы пальцы хорошо работали.